Здравствуйте. На сегодняшний день уже четко стало понятно относительно моей регистрации на должность главы города. Ситуация определилась, регистрация до выборов явно не состоится. Поэтому у нас принято консолидированное решение. Это решение и крайкома КПРФ, и мое личное решение, и решение Платошкина Николая Николаевича о том, что в этой ситуации мы будем поддерживать всей нашей командой единственного кандидата, достойного на должность главы города. Это Ильина Александра Валерьевича. Можете его увидеть рядом со мной. Мы провели консультации, провели совещание по этому поводу, нашли практически по всем вопросам точки соприкосновения. У нас практически полностью соответствует друг другу программа, задачи, цели. Есть четкое понимание по формированию команды. Это будет команда совместная для того, чтобы полноценно решать эти вопросы. Поэтому всех, кто пошел за мной, всех, кто доверил мне свое мнение, свои взгляды, я прошу поддержать единственную кандидатуру на сегодняшний день из всех претендентов на должность главы города. Это Александр Валерьевич Ильина. Я Ильина Александр Валерьевич, самовыдвиженец на должность главы города Комсомольска-на-Амуре. Принимаю руку помощи, протянутую мне Коммунистической партией Российской Федерации, и заверяю, что вместе мы достигнем желаемого результата в кратчайшие сроки. Действовать мы будем совместно, действовать мы будем вместе.